Спортивную акробатику часто путают с художественной гимнастикой. Однако главное отличие именно этого вида спорта в сложности движений и слаженной командной работе. Первый открытый чемпионат первенства Анапы по спортивной акробатике – новинка для нашего города. Чтобы поучаствовать в нем, спортсмены приехали со всей России. Уровень подготовки разный. Представляют свои программы как многократные победители международных всероссийских турниров, так и новички. Акробатика – очень необычный вид спорта, потому что развивает одновременно сразу все качества – гибкость, координация, ловкость, грация, изящество, танец. То есть акробатика – это, можно сказать, генерирование всех видов спорта сразу. Камиле 9 лет. Она приехала на эти соревнования из города Краснодара. Занимается спортивной акробатикой всего год, но уже сейчас не мыслит себя без этого вида спорта. На этом открытом чемпионате ее команда открывала торжественную церемонию номером в казачьем стиле. Также зрители увидели и парный номер в исполнении девочки и ее партнера. Но мы очень хорошо готовимся, усердно. Конечно, бывали, плакали, смеялись. Федерация по спортивной акробатике в городе-курорте Анапа ведет запись детей с 4 лет. Для того, чтобы ваш ребенок развивался и рос успешным, достаточно позвонить по телефону 8 900 232 90 93. Также подробную информацию можно узнать в группе ВКонтакте, адрес которой вы видите на своих экранах. Ника Пастенас, Михаил Григорьев, Анапа регион.